Друзья, всем привет! Сегодня у нас Audi A7. После полировки, глубокой полировки и очистки, мы будем ее обрабатывать составом Wilson. Клиент сам привез этот состав. Сейчас пойдем распакуем его, посмотрим, что он себе представляет, и попробуем его нанести. Итак, у нас есть состав Wilson. Большая банка, поэтому нам нужны будут шприцы для того, чтобы смешать, не весь состав использовать, потому что весь состав на этот автомобиль попросту некуда. Значит, в комплекте у нас инструкция на очень понятном нам языке, но тут самое главное из того, что это продолжительность после нанесения. У нас сейчас 20 градусов, поэтому 10-20 минут. Ну, покрытие будет становиться мутным матовым. После этого его располировывать сначала желтой фиброй, есть через 5-7 минут зеленой фиброй, есть в комплекте, все есть. Теперь большой огромный пузырь, он весь нам не нужен. Ну, с точки зрения производителя, мы должны компонент B вылить в компонент А через пипетку вот эту и вперед. Это у нас, не знаю, что это у нас, давайте понюхаем. А, это перчатки, наверное. Спасибо японцы, но у меня есть свои перчатки. Далее, аппликатор уже с одетой на него шубой шерстяной. Ну, сейчас займемся. Нужно на такую машину, мне нужно примерно половина банки, разведу ее, потому что угадывать по чуть-чуть разводить я не хочу. Сейчас большой шприц набираем 50 мл. И идем работать. Короче, в шприце все смешает. Сейчас будем наносить на этот борт. Начал с багажника. Капот на этой машине не обрабатывается, он под пленку уходит. Наносим на аппликатор. Расход не маленький, сразу говорю. Ну, наносится как бы приятно, такой жирненький, размазывающийся слой получается. После смешивания в шприце он стал как будто мутненьким таким. Главное не пропустить никаких кусочков. Я нанесу сразу на всю машину, потому что ждать надо примерно, ну, там, примерно 10 минут. За 10 минут как бы разнести по всему автомобилю можно без проблем. Очень много надо подливать этого состава. Прямо быстро вырабатывается. Но его и много как бы идет. Обрабатываем им все, кроме стекол, именно стеклянных стекол. Они уже обработаны антидождем. Но этот состав на них и нельзя наносить. Предварительно автомобиль был полностью отполирован, очищен, обработан глиной, обезжирен обязательно. И просто эти процедуры не показывали. Мне привезли этот состав и попросили им обработать. Я до этого ни разу не работал. Ну, пока что вроде ничего сложного не вижу. Это. Очень удобный аппликатор, широкий, хорошо держать. Ну, получается, как раз пока обрабатываем с этой стороны кузов, там уже будет подходить 10 минут, посмотрим, как он себя ведет, как он высыхает. Так, прошло уже 15 минут, а оно что-то оно ни о чем. То есть даем 20 минут, и потом будем начинать пробовать растирать. Состав нанесли везде
где в открытых проемах, в дверях, то есть везде, где можно нанести, кроме капота, разве что капот, потому что он под пленку не наносим. И из 50, даже чуть больше, чем 50 миллилитров, у меня осталось, ну, чуть больше, чем 10. Поэтому примерно расход получился 40 миллилитров. Если бы я целиком закатывал капот, оно бы получилось 50. То есть большой банки, как и указывается, хватило бы на две обработки такой машины в два слоя. Прошло 20 минут. Взял я желтую салфетку и понеслась как бы растирать, но как бы не полностью, скажем так. Именно эта желтая, которая идет в комплекте, не дает полного глянца. Получается, что я даже не давлю на нее, слегка просто распределяю, типа распределяю состав. Но оно так и сказано в инструкциях. Есть. То есть нежно остаются разводы за ней, жирные такие разводы. Я думаю, ничего страшного. Уже зеленые будем доводить. Непривычная работа мне с таким составом. Я уже привык к более современным, которые надо растирать сразу. Без всяких там 20-30 минут. Хотя тоже отчасти, в принципе, удобно тем, что прошел вокруг машины, нанес, потом прошел, за пару этапов ее располировал. Почему бы и нет? Тут более интересно, как этот состав себя будет показывать в дальнейшем. Вот это важно. А все остальное это такое, нюансы и тонкости. Жирненький составчик. Так, далее. Спустя 5 минут берем зеленую фибру и располировываем. Вот такая более мелкая, плотная структура и забирает на себя остатки состава. И наконец-то получаем на выходе глянец. Еще что заметил у этого состава, надо прямо очень внимательно пройти и подотирать, потому что он жирный, тянется, размазывается, и от салфетки остаются, ну, где притормаживаешь, какие-то следы. Надо попросматривать все хорошо. То есть он туговато располировывается. Ну, а в остальном только время может показать, как этот состав отработает. По время затратам идентично с фирмами другими по времени нанесения. Сложностей особых не заметил. Если получится, будем узнавать у клиента, как он себя ведет. Но об этом мы будем говорить на стримах. На этом все. Всем удачи. Если есть какие-то замечания или вопросы, комменты. Всем пока.